Вы можете сказать, что такое красота? Я нет. Что пытается показать фотограф? Красоту? Возможно. Каждый видит красоту по-своему. У каждого есть свой идеал и индивидуальное понятие о красоте. Не бывает двух одинаковых мнений. Это как отпечатки пальцев. Они могут быть похожи, но каждый индивидуален. И вкус о красоте не исключение. И как фотограф, я пытаюсь разлить красоту во всем.